Вид из окна в Гаграх, где мы сняли комнату, вернее, квартиру на 3 дня. 3 дня 2200 рублей. Вот она, наша махина. Это кухня со стиральной машинкой, микроволновкой, печка, умывальник, комната такая с телевизором, зарядка, сеть, кондишн даже есть рабочий. Такая кровать, такая-то и ванная комната, ну душик, туалетик, умывальник. Ну, 700 рублей в сутки на двоих, я думаю, это нормально. В Гаграх. И вечерний перезвон. Лягушки квакают. Сверечки поют. Ну, нам с Надюхой понравилось, да, Надь? Угу. Угу. Да.